Гарольд, ты соображаешь, что ты делаешь? Лиз, простите. Добрый день. У нас в гробу белый мертвец. А точнее, в ящике. И даже крышки нет. И кого обвинят во всем? Побольше оптимизма. Двое вояк и медсестра оказались... в Амстердаме. От режиссера фильмов «Мой парень-псих» и «Афера по-американски». Мы заключили пакт и поклялись защищать друг друга вопреки всему. Бредовая ситуация. Нас обвиняют в убийстве безо всяких оснований. Моего друга убили. Он увидел нечто чудовищное. Все оборачивается гораздо хуже, чем нам представлялось. Три друга... выкрутимся, но вы должны довериться мне. Изменили ход. Одного пырнуло, другому кирпичом врезало. Что? Американской истории. Опасные времена. Я сделаю то, что может стоить мне головы. Кукушка уже в гнезде, кукушку вот-вот поймаю. Кукушка. Амстердам.